Первая книга Паралипоменон, глава первая. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малилиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иофет, сыновья Иофета, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мишех и Ферас. Сыновья Гомера, Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыновья Иавана, Елиса, Фарсис, Киттим и Даданим. Сыновья Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша, Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы, Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Лугавима, Нафтухима, Петрусима, Куслахима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, Евусея, Аморея, Киргисея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешах. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадараму, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовала. Все эти сыновья Иоктана: Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Накор, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов — Навайов, за ним Кедар, Адбиел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана — Шева и Дедан. Сыновья Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака, Исав и Израиль. Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза: Фиман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик. Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира: Лотан, Шавал, Цвион, Ана, Тишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана: Хори и Гемам, а сестра у Лотама — Фимна. Сыновья Шавала:
Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Онам, сыновья Цивиона, Ана и Ана. Дети Аны, Дишон, сыновья Дишона, Химдан, Ежбан, Ифран и Херан, сыновья Ецера, Билган, Зааван и Акан, сыновья Дишана, Уц и Аран. Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми. Бела, сын Виора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха из Восоры. И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам из земли Фимонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил мадианитян на поле Моава. Имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар. Имя городу его Пау. Имя жене его Мегетавиель, дочь Метрада, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Едома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Киназ, старейшина Фиман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские.